Аймин продолжает уверенно шагать по Европе со своим альбомом «More Amour». На этот раз в Дублине он дает интервью для местного ТВ. Что рассказал журналистам певец, а что случилось за кадром, сейчас узнаете. Моторы идут, мы можем начинать. Расскажите о своей музыке. Я занимаюсь современной музыкой. Я приехал специально в Лондон, потому что здесь есть лучшие музыканты. Мой альбом называется «More Amour». Это 16 лучших треков. Уборка номеров. Входите, входите. Мы снимаем порнофильм. О, Господи! Hello! Ну что ж, давайте продолжим. Расскажите о музыке на альбоме. В плане музыки это колоссальный опыт, который я получил во время работы над альбомом. Работая с Джейми Скоттом, с Полом Берри, автором Рики Мартина, и Робом Дэвисом, композитором Кайли Миноу. Это не только научило меня многому, я очень сильно вырос как артист. Все, большое спасибо. До свидания.